Дорогие друзья, всем привет! Воскресное утро, 7 часов утра. Мы уже сходили погуляли, кипишнули. Видео с мощными разборками сейчас я выставлю. Вот. Вы вчера видели видео с пловом. Думали, вчера я развлекался и о козочках не думал. Нет, друзья мои. Вот я заехал к друзьям капусты. Они мне дали вот сколько пакетов. Сейчас я им высыплю. Но высыпать не буду. Вот видите, они какой. Они берут их, как бы откусывают, половину затаптывают. Сейчас я нарежу ее, капусту, и они у нас ее покушают на завтрак. Вот. Так что у них сегодня есть чем побаловаться. Сколько тут? 4 мешка, тут 2. Все. Пока у них еда есть, еще 2 мешка. Яблок у нас есть. Так что вот. Пойдем сходим, посмотрим, чем они занимаются. Успокоились, нет? У них на завтрак еще хлеб. Так что вот. Яблоки еще у нас тут есть. Там чуть-чуть. Белочка. Несколько слов для наших зрителей. Фокус-фокус показать, друзья мои. Бела, пишите. Быстро. Давай, давай. Пись, я сказал. Бела. Че, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Видели, да? Молодец, молодец. Да послушно. А вот ваши собаки так умеют? Да молодец, да молодец. Все? Че не? Че? О-о-о. Давай. Гулять, я сказал. Бела. Гуляй. Че нет? Гуляй, я говорю. Бела. Быстро гуляй. Ну ладно, 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 ладно. Ладно, ладно, ладно. Да ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно. Папина ты, папина. Да, поцелуй. Да, папина ты. Все. Бела, давай. Быстро пищи. Давай, 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 давай. Ждем тебя. Давай. 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 Видели, да? Не хотела, но раз я сказал, все равно погуляла. Да молодец. Петушка такая. Вчера еще овес купил. Овес у нас 580 рублей килограмм. Мешок. Мешок 35 килограмм. 35 килограмм 580 рублей. С каждым днем все дорожает и дорожает. Домик папе. Да, мой Галюси. Иди сюда, иди. Иди, папа тебя поцелует. Иди. Давай, Галюси мой. Тетя, папкин. Ты папкин? Вот он трется об меня вот так вот. Да, молодец, молодец. Любишь папку? Да, папкин ты, папкин. Папкин. Ну все, друзья мои, не будем это мешать им. Пусть едят. Все. Всем пока-пока. Спасибо, что остаетесь с нами, смотрите нас, поддерживаете нас, пишите нам. Как сказать, это нас бодрит, друзья мои. Все, пока-пока.